написано пером. Та не виробиш за право. Все правильно. Не дали тартану. Так, я тут занял место еще тоже. Так, сейчас посложнее загадаем. Одна голова добрая, две щекра. Одна борода добрая, а две получить. Давай, давай, сначала еще. Он чистенький, я налил, а она не пьет. Голова, одна голова. А то и синий, то есть я налил, там все чистенько. Нет, дедушка старичок. Она не пьет, она не хочет пить. Она не будет пить. Я сказал, что нет. Нет, могу там, да ведь чистый. Один хорошо. Один хорошо. Нет, надо вам запрещать. Там старый молодец, что ли? Там два плохо, что два. А тут один хорошо. Ну, да, да, дальше, дальше, дальше. Один лучше, что таким? Два. Один какой? Один старый друг, лучше нам один. Да! Все. А что у тебя там было? Борода! Старый, старый, старый! Ну не було мене бороди вже, все! Я скажу. Так, постарайтесь, сейчас задам легкую пословицу, это хорошо решается. Кто быстрее сообразит? Готовы? Внимание, готовьтесь, сразу догадайтесь. Песня, я догадаюсь, будет вот. Мерить. Семь раз. Да, браво! Давайте. Ну, давайте попробуем. На украинском, да, сразу говорим, что украинское послание, да? Хорошо. Ну, там, на себя, наверное, простая. Ну, да, кто сказал, что она стоит? Не снимайте руки. Глаза повылазили. Так, надо уставшего тебя назвать. Которого с пятым Бог не... Оки солнце зійде, роса очі виїсть. Ну, так правильно. Ну, приходите, спасибо, наказуємо. Ну, давай, що смотрите. Треба це скромало. Я їм легко. Так, хорошо, легко. В одного уха влетает, так, я не понял, почему одни и те же играют? Давайте других подключаем. А им хочется играть просто. Так, кто готов поучаствовать еще? Да, кто все? Пожалуйста, для вас. Я хочу загадать. Ваши не получили дали стакан. Ты сначала супер покажешь, а потом загадать. Ну, все рука чертка. Не стакан, что ты получили. Я такая не подпишная, если вы не дали. Петя, мне помог тарелочку с конфетами? Так ты туда пил? Я бы отдал. Я посмотрю. Ужас. Вот так, вот так. Ну, ты знаешь, это чистая. Я чистая, моя сам чистая. Ну, сырые, она что-то. Хорошо, да. Внимание! Юная участница. Показывает пословицу.
Так, участвуют все. Проволока. Бабочка летает. Каролина. А, простые козу, простые козу. Нет такой пословицы. Есть такая пословица. Это птичка, что ли? Это с фильмом. Это птичка в руках. Правильно. Правильно. Ура! Она отношения между людьми, когда видео снимаем, характеры, опросы делаете. Это как подарочная такая заявка, подарочная, это сложная такая. Да. Значит, да. Мабуть, с вульгарными словами. Нет, все даже просто. Как подступиться? Показать, значит, так. Ну, значит. Вся компания. Гусь. Дай гуся. Так, смотрим внимательно. Учимся понимать друг друга без слов. Гусеница. Тянь, воз. Тише едешь, дальше будешь. Баба звоз. А я не угадал до конца. Баба звоз. Баба звоз, как бы не угадал. Я понял. Это можно все вывод туда. Так, внимание, смотрим. Очень хорошо, должно быть хорошо показаться. Сразу же должно решиться. Да. Все, давай. Ну это просто. Может, да. Продолжи, да, это сложно, да, сложно. Это настолько легко, что слив не выключается. Так, без звука. Без звука вообще. Пошел какой-то пошел преподаватель. Поезд ушел. Ой, поезд ушел. Пора у вас жениться. Тише едешь, дальше будешь. Да, конечно, вам не знаю, где. Так, играйте свою пословицу. Сказали без звука. Она должна быть горячей. Кому не сильно горячим, наливать можно не сильно горячим. Мы же не знаем, которые вы там вышли. Я шукаю таких, чтобы все знали. А их дуже-дуже мало. Їх ми не знаємо, ціла... Їх ми не знаємо, ціла... Призлагаю по кругу з черв. Вы меньше не знаете. Да. Ну, обратно в порядке. Нет, все здорово, что не пришли, пришли, я на вилку наедете. Да. Кто-то из них зависимое выйдет. Так, внимание! Лидеры молчат. Да. Хорошо, да. Те, кто звучат, там учите. А кто сыграть будет? Правильно! Ну я уже участвовал, могу вступить. Так, давайте, давайте свое слово. Видите, как Дина сказала, все, и подошла попадать правильно. Просто раскрылся человек. Кстати, надо ему крокодил ввести в нашей практике. Ну, здесь 59-60 уже. Так, что опять? Кого поставили? Так, ребенка опять поставили? Сюда пересаживайте. Там на какие-то показывать. Если можно, то после. Награть. Внимание! Готовы? Thank you.
вот этот травяной чаек. Готовы? Травяной чаек. Это чистые, мокрые, но они чистые, их помыла. Стаканчик. Хай будет, то, что я съем. Так. А вот это же чистые. Это мы. Вы читали наш? Нет. Парабрикованный. Ну. Делал мне. Вася приехал, бухать, а бух, то еще. Кто добро кружится? Нет. Утро вечером удачнее? Нет. Нет. Парабрик, парабрик, бабка. Что надо делать? Первое действие. Показывай первое действие. Что ты первое действие делаешь? Понятно? Первое действие. Что ты делаешь? Грибец. Ну не работает тут книжка. Нет, там просто нет. Что наделал Петр? Так, взрослые, идите помогайте. Дело в дело, отдыхать. Выходите. Поможете, выходите. Я чувствую, что вам хочется уже, что вы засиделись. Я что-то этого не чувствую. Ты просто не все о себе знаешь. Все, внимание. Ну, давайте. Клава подушку раскрыла, расселила. Да. А первое действие. Какое действие? Простая, очень простая. Похоже. Я уже подсказываю. Ну-ка, только немножечко еще. Ну, ждите. Да, по смыслу похоже. Подушка, чачи. Ну, красную шапочку. Ну что делаете? Где это такое? Что делаете? Шпивать что-то будешь? Ну? Раскрывать это дьявол. Так. Ну, девочки делают. Куда известная работа? Конечно. А кому известно? Все! Тут точно не помню. Давай, пока. Вы знаете, вам салон. Не, Что делать? Сбивать подушку. Ну что там за таких слов называется? Дерево. Так. Ну. Не постели. Да. Не постели.